просторы. Хави, конечно, легендарный игрок, и весь вот этот матч, он как бы был в его честь в том числе. Но Депортиво достаточно оперативно заставил говорить уже непосредственно об игре, не о какой-то патетике. И дифирамбы петь в адрес Хави, заслуженный, безусловно, большой игрок, великий игрок, тут никто не спорит. Потому что Лукас Перес сначала забил на 67-й минуте и сделал счет 2-1, а затем Депортиво...